Друзья, мы находимся на Банифесте, 22-й год, новая площадка, новые эмоции, новые люди. Марат Хаиров – это тот человек, который является долгие годы, с самого начала, основателем этого крупнейшего фестиваля в банной индустрии всея России. Всего мира, я бы сказал. Да. Марат, ну, как тебе вообще фестиваль? Послушай, в 13-й раз, 13 числа, полнолуние, мы провели очередной грандиозный банный праздник. Я думаю, что он удался на все 100%. Друзья, внимание! Мы начинаем выступление 9-го участника чемпионата России по банному мастерству Дмитрия Соболева. Дима, тебе слово, твоя презентация. Начинаем. Парить я буду на сеном матрасе. В один переворот начинаю со стороны живота. После прогрева ног буду укрывать ледяным полотенцем. На матрасе лежит можжевеловая подушечка. Она нужна для поясницы. Поясницу мы предварительно промяли. Судьи пишут, ставят оценки, пишут свои комментарии. И мы можем смело объявить, что все участники чемпионата России по банному мастерству 22-го года на сегодняшний день выступили. Осталось, возможно, сессия вопросов от судей для Дмитрия. И дальше, как я говорил, с левой стороны, по мою руку, по левую руку, будет на площадке концерт. Мы будем подсчитывать баллы. Дорогие друзья, за первое место в чемпионате по банному мастерству сезона 2022 «Русь банная». Первое место вручается Соболев Дмитрий, дорогие мои! Город Тверь! Город Тверь! Соболев Дмитрий! Кто бы мог подумать, что это будет именно так. Но там минимальные расхождения, мы тысячу раз проверили. Дима Соболев, парильщик с самым небольшим стажем. Но так получается, дорогие друзья. Я лишь объявляю оценки судейской бригады. И очень рад каждому, кто сейчас был объявлен и был отмечен. Ребята, Дмитрий Соболев, новый чемпион нашей страны в этом сезоне. Без преувеличения могу сказать, что некоторые производители как раз-таки и получили божественную, так сказать, дорогу вперед благодаря Банифесту. Есть такое, да. Ну и старые смотрят на новых, делают тоже, как бы, то есть тут вот... Не дает расслабляться, да? Тенденции и инновации, то, что сюда приезжают с новинками еще, что будет модно дальше. Сюда приезжают потестить свое оборудование вот в этих вот режимах нон-стопа на протяжении там 72 часов, когда печь топится. Естественно, производители делают выводы. То есть это такой тест-драйв и для потребителя, и для производственной компании. Я считаю, вот эта вот синергия, она и позволяет нам постоянно расти вверх. Судьба у фестиваля на самом деле одна, это только рост вверх. Решаем, как сделать его еще лучше, еще шире. Естественно, пользуясь моментом, приглашаю всех на Банифест 23-го года на 14-й. Ну и на 24-й тоже. Будет жарко, весело и замечательно. Благодаря, конечно же, всем партнерам, в том числе Фарнаксу. В этом году я считаю, что получился просто невероятный фестиваль. Большое спасибо организаторам, большое спасибо лично тебе за приглашение на этот фестиваль. Да, спасибо горячим ключам. Ребята, Суздаль, жемчужина. Ну все, счастливо, Фарнакс. Да, подписывайтесь на Женю. Всего доброго.